Палатки и киоски изменят внешний облик и местоположение. В Сергиевом Посаде разрабатывается новая схема размещения нестационарных торговых объектов. 31 декабря истекает срок действия разрешения на размещение торговых точек, и торговцам будет нужен новый документ. Внешний вид города, считаем, очень портят вот эти старые павильоны, которые находятся практически везде по нашему городу. В последнее время наши жители все видят, насколько стал наш город красивый. И, конечно, не хотелось бы на следующие 5 лет утвердить схему так, чтобы облик этих старых палаток портил общую картину нашего города. По словам Олега Гаджиева, внешний вид павильонов изменится полностью. Киоски станут более современными, их оформят в едином стиле. Как именно, решит специальная комиссия, в состав которой войдут представители областного министерства потребительского рынка. Часть объектов нестационарной торговли снесут. Планируется разгрузить центр города, в частности, убрать павильоны напротив ДК Гагарина. В тех районах, где жителям проблематично купить какие-то товары, киоски оставят. Мы просто постараемся оставить, в основном это уже прилегающие дороги, дворы спальные, где людям и правда необходима какая-то торговля, где-то выпечка наших производителей, где-то свежие овощи, фрукты не хватает. Например, там в последнее время сейчас нам пишут, ликвидировали магазин в Афанасово. И люди говорят, что нам бы свежий хлеб, нам бы какие-то фрукты, овощи. Кроме того, районные власти планируют ликвидировать незаконно установленные павильоны. Уже сейчас нарушителям выдали предписание на демонтаж несанкционированных торговых объектов. Если предписания не будут выполнены, предприниматели привлекут к административной ответственности. Анна Спиридонова, Михаил Кирсанов, Кирилл Емельянов. Программа «События».